Акция от компании «Энергосбыт Плюс» набирает обороты. Горожане с удовольствием делятся своим опытом по сбережению энергоресурсов и соревнуются за главный приз – букет из энергосберегающих товаров. Напомним, что акция стартовала в июне и продлится она до конца августа, поэтому шансы выиграть есть у каждого желающего. Уважаемый Павел Алексеевич, «Энергосбыт Плюс» благодарит вас за участие в акции «Энергобукет за совет». Спасибо большое, что вы откликнулись, за ваш творческий подход, за оригинальность совета. Мы дарим вам данный ценный приз. Приборы, представленные в букете, не только помогут сократить расходы на электроэнергию, но и послужат вам долгие годы. Все товары вы можете приобрести в офисе компании одновременно с оплатой квитанции за электроэнергию. Например, энергоэффективные лампы – самое оптимальное решение для тех, кто хочет экономно использовать качественный свет. Основные преимущества такой лампы заключаются в следующем. Во-первых, они потребляют меньше энергии, но дают ту же светоотдачу. Во-вторых, служат дольше и имеют больший гарантийный срок. У некоторых разновидностей он может составлять около 20 лет. К тому же эти лампы безопасны. У всех энергосберегающих ламп нет прямого соединения контактов, поэтому в таком случае короткое замыкание практически невозможно. Первый энергобукет за совет уже нашел своего победителя. Я пришел в «Энергосбыт» платить за квитанцию и случайно узнал о проводимой акции. Заполнил акцию, дал советы и в результате стал победителем. Если вы знаете, как сократить расходы на воду, электричество, газ или тепло, то поделитесь своим опытом. Возможно, ваш совет станет лучшим. До 30 августа необходимо принести заявку и опустить ее в специальный ящик, расположенный в офисе компании. По результатам собранных предложений будут выбраны лучшие. Участвуйте в акции, берегите энергоресурсы и пользуйтесь энергосберегающими приборами в быту каждый день. Лампы различных видов, удлинители, розетки, выключатели, электросчетчики – это далеко не полный перечень электротоваров, который доступен клиентам «Энергосбыт Плюс».